Алло. Да, привет. Добрый день. Наконец-то ты ответил. Какие-то проблемы там были, что ли? Да нету проблем. Затупил просто немного, а так готов. Жду тебя вот тут. Ну что ж, давай тогда приступим сразу к делу. Пару слов о себе. Где живешь, чем занимаешься, учишься, работаешь, служишь? Да, сегодня праздник, конечно, для тех, кто служил, служит, там пойдет служить, но я не служил, мне не надо, как бы я халявлю, живу в Магнитогорске, но это около Челябинска, кто не знает, в России. Ну, играю в доту, там, это само собой понятно, раз там в просезон зашел. Зашел так, случайно. Да-да-да, да мы, если потом спросишь, отчасти случайно зашли, то есть такая интересная вещь довольно-таки получилась. Ну, так, учусь на программиста, а так, ну и все, в принципе. Ага, понятно. А как началось твое увлечение Дотой или Дота 2 сразу? Чем ты занимался тогда? Ну, в какую игру играл? Да, в Доту я довольно-таки давно играю, может, лет 7 уже, еще с первой Доты, там, когда там были Гарены, потом всякие платформы Дар, Райкапы. Ну и так потихоньку вышла вторая Дота, которая мне, как я думаю, многим вначале не понравилась, потому что, ну, первые версии, они, конечно, были ужасные. А вот потом, наверное, после первого International, попозже немного, когда все поменяли, такая классная игра стала, ну, с тех пор зависаю в ней. Угу. Ну То и... есть довольно-таки давно уже проводишь Да. время с Дотой. Расскажи историю своей команды, как вы собрались, как начали играть и как появилось это название Авику. Ну, собрались мы, наверное, еще позапрошлом сезоне аматорки, довольно-таки другим составом. Ну, поиграли аматорку, там даже вышли в семи-серию через викинг-капы. Ну и так получилось, что вот в семи-серию вышли. У нас там название было Skyrace Team, мы пикали Skyrace Мага на мид, когда вот он вышел только. Ну и такие вышли в семи-серию, потом все разосрались, забили. Ну, типа там, не знаю, полгодика ничего не делали. И на следующий, точнее, на прошлый вот сезон аматорки решили собраться опять. Состав немного другой. Ну, поиграли аматорку. Заняли мы там второе место в регулярном сезоне. Что дало нам, ну, по идее, слот в семи. Вот так получилось, что там еще проходил Invite Cup, где первое место, ну, первое место турнира получал слот в про. Ну, мы там тоже участвовали, выиграли вот этот вот турнир. Ну и попали в про как бы за один сезон с А, вот так аматорки, вот, то да, есть вы так вот сразу в прыжок сделали. про-серию. Вот давно я хотел поговорить с такими командами, кто вот так вот проскочил практически семьи, вот даже не участвуя ни в каком там сезоне регулярном и так далее. Вот наконец-таки у меня попалась такая команда, попался такой капитан. Вот, мне просто было очень интересно самому это послушать, потому что я всего один раз участвовал на аматорке, мы не вышли из группы, ну и решили, в общем, забить и как бы не продолжать это уже, поняли то, что не наш. А сейчас в каком составе находится твоя команда? Как вы давно собрались именно тем составом, который у вас сейчас? Да, состав стабильный, в принципе, мы собрались на аматорку, вот так и играем. У нас там поменялся, правда, один человек, но было довольно-таки обоюдное решение. Ну и вот, который состав сейчас есть, вот им тренируемся, все довольны, думаю, вряд ли кто-то там уйдет, там поссорится, прям вот все хорошо у нас. Хорошо, ну рад за вас. Пару слов о своих тиммейтах. Тиммейтов, что ты можешь там, я не знаю, отметить, какие-то вредные привычки, возможно, любимые герои, может быть, отношения между вами в команде, то есть у вас более дружеские отношения или все-таки присутствуют профессиональные, рабочие? Как это у вас все обстоит? Да у нас отношения вообще классные, то есть у нас, я вот из Магнитогорска, потом еще один парень из Магнитогорска, два парня там вообще из Германии просто вот играют. Вот у нас, ну, то есть они русские, но живут в Германии, в принципе. Ну, проблема в том, что вот у нас немного разные часовые пояса, поэтому мы собираемся поздно вечером, вот по моему времени, а так все дружненько, весело, там, То есть катаем. дружеские, да? Тогда там никто не ссорится фактически, там, все решаем мирно как-то, Иногда сразу по фану регулируем. можно сыграть. Тогда PUBG. я чё? А, ну, я понял, какие у вас. Ну, да, это приятно, когда такие отношения в команде, разумеется, это куда лучше, чем отношения профессиональные. Ну, на мой взгляд, опять-таки. А какие-то ритуалы перед игрой у вас присутствуют? Возможно, ты на правах капитана говоришь какие-то определенные слова, дабы поднять там, я не знаю, плюс мораль своей команде сделать. Типа, пацаны, давайте соберемся, сейчас их разнесем и так далее. Вот что-нибудь подобное есть? Присутствует? Или этого как бы не нужно? Да не нужно, все спокойно знают. Ну, там есть герои, там, допустим, на которых вот один парень у нас любит играть на лондруиде. Хардер, он очень просит, чтобы мы пикали лондруида, и поэтому вот, когда игры BO3, допустим, вот пикнешь ему в первой игре там какой-нибудь героя,
говоришь, типа, вот ты сыграешь на нем круто, в следующую игру тебя, типа, в андроида пикнут. И вот он отыгрывает хорошо. Ультиматум. Да-да-да, он хорошо отыгрывает, я выберу в андроида, и он просто там наслаждается, когда там подходит, бьет чувака, там корни сразу, там все ванят на него. Бульдожит, типа, полуфиг. Понятно. Тогда вот такие вот ритуалы. Здорово. А, скажи, вы равняетесь на какую-то профессиональную команду? Есть ли у вас кумиры? Ну, думаю, скорее всего, игроки просто вот в моей команде, там, кому-то нравится там сидеть одной команды, кому-то другой, там, кому-то конкретный игрок. А вот тебе? Ну, Нави. Не то, что стиль просто вот симпатизирует Нави, то есть, ну, как, грубо говоря, такая вот команда, которая поставила, мне кажется, киберспорт в СНГ, популярность к нему. Ну, я думаю, если бы вот именно не было у нас там такой же команды, как Na'Vi, то у нас намного меньше бы команд было, там, в про-серии было бы меньше именно СНГ-шных команд. Угу. Ну, и все в этом духе, в принципе. Вот ты сейчас своим ответом затронул следующий мой вопрос. На твое мнение, станет ли киберспорт в странах СНГ профессией? И если станет, то как долго нам ждать этого? Ну, это, скорее всего, зависит от того, как вот будут вкладывать деньги именно эти вот сторонние компании, там, допустим, как если в Корее там телеканалы показывают киберспорт, там всякие Samsung, всякие фирмы там спонсируют команды. То есть, если у нас такое будет, то, ну, в принципе, да. Это может быть как можно раньше, но, думаю, подождать пару лет точно еще надо будет. Ну, вот если сейчас посмотреть, сколько стало вот турниров для нон-про команд, вот по себе знаю, то есть сейчас просто каждую неделю можно где-нибудь играть, там, выигрывать и так далее. А раньше что там были, ну, пару турниров, на которых, в принципе, играли только топовые команды, и если ты играл уровнем хуже, то, ну, естественно, выиграть ничего не мог. То есть, а сейчас даже вот, ну, на StarLadder можно там каждый день участвовать в фаскапах, тех же там соревноваться, выигрывать, ну, и все в этом духе. То есть, развивается киберспорт у нас в странах, круто, в принципе. Ты рад этому, то есть? Ну, да. Ну, я думаю, мало тех, кто будет этому не рад. Все-таки, по мне, так даже таких людей не бывает. Все-таки, кто не хочет за свое хобби получать большое вознаграждение? А как ты относишься к женскому киберспорту? Существует ли такое явление вообще? Так, блин, вчера был турнир по женскому киберспорту. Смотрел там... тоже, да? Да, там было... Комментировал Версута, если я не ошибаюсь. Да, там Версута, Мила, то есть, кто хотел, там смотрел разных... Я не помню, сколько там команд было, по-моему, точно 16, даже больше 16. То есть я даже не знал, что столько женских команд есть. Но, ну, это было интересно посмотреть. Да, твое отношение вот к этому. То есть не, ты... ну это весело. То есть вот я, допустим, был очень удивлен, когда там баны идут, и первый пик — это Траксла просто. Вот забирают Траксу, потому что, я не знаю, может, она классная, красивая там. Стрелами бьет, там атаки много, там, потом винга к ней еще идет, чтобы атаки было еще больше, там это все выигрывает, сражается, там тайтхантеры какие-то бегают непонятные, всеми забытые, ну, вообще по-другому у них идет игра, то есть это весело смотреть, мне кажется, там довольно-таки необычно, ну и почему бы нет, там вроде еще два турнира анонсированы. Хорошо, согласен с тобой по поводу женского киберспорта в целом, интересное явление, на мой взгляд, но, правда... серьезным занятием это вряд ли когда-либо станет. Ну, по уровню, конечно, именно, знаешь, такого профессионализма это будет уступать, конечно, потому что, ну, вот представь, 5 девушек, которые играют вместе, не ссорятся там по пустякам, тренируются каждый день там по несколько часов. Воображение. Да-да-да, это довольно-таки сложно им сделать. Может, конечно, там скоро будет какая-нибудь команда, которая будет всех рвать, и я возьму свои слова назад, но пока что это именно так. То есть это весело, ну и пусть так и будет. Хорошо. А совсем скоро старт следующего сезона про-серии. Как вообще настрой перед началом? Готов ли ты сам, готова ли ваша команда удивлять и показывать хорошую доту? Да, в принципе, да. Там уже есть такие турниры, я не знаю, как, не помню, как они называются, но где, грубо говоря, команды из про-серии уже играют между собой. Ну, то есть это такая, видимо, финальная подготовка перед сезоном. Ну, в принципе, готовы, там, выигрываем, проигрываем, то есть все хорошо. У вас сейчас идут полным ходом тренировки, в общем-то, практикуетесь сейчас? Тогда у нас каждую неделю вот уже на StarLadder нужно сыграть, по-моему, по 5 игр между командами. То есть надо своего рода тренировка, ну, игры, то есть уже есть, нужно там готовиться даже к ним, там выигрывать, получать поинты, чтобы остаться в этом сезоне. Ну, в принципе, можно сказать, все уже началось, то есть
до официального старта, вот Старладера, ну вот про серию, как бы мы уже полным ходом играем между собой. Да, 10 марта все начнется, дичайшие зарубы и так далее. Хотелось бы тебя спросить еще о нововведении в 10-м сезоне Старладера, то есть через сезон, по поводу того, что команд в про-серии останется всего лишь 16. Если на данный момент их сейчас, вот именно на сегодняшний момент, вот сейчас по Москве, грубо говоря, половина четвертого, сейчас их 43. 43 про-серии команд. Вот 16 команд из них останется. На твой взгляд, твое отношение к этому, правильно ли делает Старладер, что уменьшает и делает престиж про-серии чуть выше? Да, мне кажется, правильно, потому что вот сейчас, ну не половина команд, но есть команды в про-серии, которые вот, вот они получили слот когда-то, вот они висят, они уже не играют, там у некоторых составов нету, но типа вот у них есть слот в про-серии, они тут сидят, они как бы дальше не пройдут, но они здесь есть, в принципе, можно будет сказать, вот смотри, чувак, я в про-серии играю, ну то есть у меня команды нет, но вот видишь, тут типа синенькая полосочка, вот мы в про-серии. Ну это, конечно же, неправильно, то есть, ну что за вот про сезон, ну, про серия, точнее, где, ну, есть команды в семье, которые играют намного лучше. То есть не то, что играют намного лучше, которые просто играют. Ну, то есть, понятное дело, кто есть в про серии, они должны, ну, стараться попасть дальше именно, а не вот сидеть здесь мертвым грузом. То есть, то выходить в старт, там, сражаться между собой, там, не знаю, тренироваться очень много для того, чтобы вот пройти дальше. Ну или вылетать в семи. Ну да. Здесь потому что в семи там тоже жесткие зарубы. То есть здесь нам очень сильные команды, которые, думаю, немного и могут соревноваться с про-серией. Или уже типа соревнуются. Ну, в принципе, думаю, это правильно, что тут было 16 команд. Ага, ну, то есть ты не против. Да, куда интереснее, да. Я согласен с тобой полностью. А, смотрел ли ты нововведение Старладера в виде Америки и Китая, вот эти отборочные квалификации в Стар-серию, твое отношение, если ты смотрел вот к этому? Правильно ли делает Старладер, что позволяет каким-то другим лигам, да даже не лигам, а скорее совсем другому комьюнити ворваться в европейскую доту, вот на СНГ-сцену, поиграть именно с такими командами, которые известны нам, вот, в целом, вот, СНГ-шному комьюнити, да, правильно ли это, вот, отношение? То, что... Думаю, это, наоборот, круто, вот, представь просто сезон, точнее, лан-финал вот следующего сезона, куда приедут китайцы, там, из Америки команды, то есть все будут играть вместе, там, и всему подобное, ну, это ж круто. Я с тобой полностью согласен. Для комьюнити, вот, допустим, китайцы, которые смотрели стримы Старладера, причем уже смотрели, думаю, им приятнее будет смотреть на свои команды, то есть кому этого будет мало, еще там СНГ-шные команды будут смотреть и так далее. То есть это все популяризирует Старладер, тем более после анонса вот этих вот других лиг, MLG, там, JDota, где все это тоже сделали, то есть, ну, понятно, нужно не отставать, как минимум, и подключать другие регионы. То есть больше команд, причем из разных стран. Вот, допустим, американцам, мне кажется, больше, ну, хочется за свои команды болеть все-таки. Как бы они там к другим хорошо не относились, там, смотреть на свои там какие-то разборки вот таких вот континентальных команд. Ну, и, в принципе, думаю, это еще круче будет. StarLadder будет только лучше, и следующий LAN-финал будет просто грандиозным каким-то по масштабам. Грандиозно, скорее, будет 10-й, так как юбилейный. Ну, да. Посмотрим, что будет в 9-м, на самом деле. Мне тоже очень интересно, я с нетерпением жду начала. И стар, и про, и всего, чего только можно. Плюс ко всему, вот ты сказал сейчас о том, то, что популяризация идет, да, плюс ко всему это еще и денежный призовой фонд будет расти, так как новая комьюнити будет подключаться, покупать, то есть, тикеты в Dota 2 TV, ну и, соответственно, будет увеличиваться призовой фонд, вот как было сделано в 8-м сезоне StarLadder'а. То же самое будет вот и в 9-м, только с новыми нововведениями, если можно так выразиться. Да, там какой-нибудь новый сет запилят в билет, там круто. Да, что-то подобное будет. Там, возможно, там курица, худ, кто его знает, что там появится. Ну да. А, видел ли ты своих соперников по про-серии вот в ближайшем времени? То есть играл ли ты какие-то тренировки, там стыковочные матчи где-нибудь? И на твое мнение, кто может составить вам конкуренцию в новом сезоне StarLadder'а вот за битву за первые слоты? Ну, в принципе, там про-серия сейчас такая, что нельзя сказать, кто займет первое место, второе, то есть все, там, решит, ну, отчасти рандом, отчасти, вот, там, как группа ляжет, допустим, потому что могут быть группы смерти попадаться, ну, та же вот команда из Франции, по-моему, Ноль Респект, которая Zero Respect, вот недавно не видели RockSkiz, точнее, выиграли RockSkiz, ну,
на каком-то турнире, но, понятное дело, они очень сильные, раз вот такие команды выигрывают. Те же команды, которые были в Star-серии уже, это Дуза, думаю, всем известны уже. Ну, и такие команды, как Друидзы, те же из Швеции, которые постоянно всем на пятки дарят, вот Flipside, которые также были в Star-серии. Ну, думаю, здесь заруба просто будет жесткая, и вот отгадать, кто займет первое место, кто второе, тут вообще никак нельзя. А вы в себе сами уверены в том, что вы покажете хороший уровень игры? Ну, понятное дело, все в себе уверены, думаю, все хотят, ну, показать хороший уровень игры, там, мне кажется, вряд ли есть команды, которые хотят проиграть в первом раунде и там вылететь и сказать, ну, все, мы проиграли, типа, круто. Как мы на аматорке. Да-да-да. Не, ну на аматорке там вообще, то есть там бегают всякие пуши, там какие-то зомби. Там такая грязь происходит. Особенно, когда не пофиксили некрономиконов, там просто в каждой игре на аматорке бегали 5 вот этих вот пачек некров, которые сносили все там и разрывали. Было дело. Что ж, хорошо. Поговорим о SLTV как отдельной организации. Есть ли у тебя, как у капитана команды про серии, какие-то предложения, возможно, замечания по улучшению StarLadder'а? То есть, возможно, нам нужно что-то изменить, ввести какие-то диковины или чем-то удивить. На твой взгляд, как это все обстоит сейчас, сама система ладдера? Не, ну, в принципе, вот именно вот эти вот ладдерные сезоны, они все хорошо у них проходят, там вовремя, там все закрывают, это круто. А вот те же фасткапы, вот эти викинг-капы, они, в принципе, немного не дотягивали. То есть ты регаешься на какой-нибудь, ну, турнир викинг-кап, ну, если ты на него зарегался, можешь сказать, что ты потратил просто день. То есть, потому что ты сыграл одну игру, потом, возможно, тебе придется ждать пару часов, там все занимаются своими делами, потом такие, опа, противники, вы играете еще одну игру, потом еще пару часов ждете, ну и, в принципе, просто чемпионат вот на весь день растягивается, это довольно-таки, не знаю, обидно, что ли, ну, не хочется день тратить, чтобы там сыграть 4 игры, когда там, если ты ищешь кримы, ну, КВшки, грубо говоря, то можешь там, не знаю, все 12 сыграть за это время. Ну, если вот эти вот временные паузы как-то сократить, то, думаю, даже эти турниры будут достаточно играбельные и интересные. А у тебя есть какие-то свои собственные предложения вот по этому поводу, чтобы как-то пофиксить эти проблемы? Возможно, ввести какой-то временной, ну, как бы, я даже не знаю, чтобы игра укладывалась, грубо говоря, в час. То есть пики-баны должны длиться именно час, а после часа там, ну, ставится либо техлус, либо техвин, ну, если команда уже ждет там, допустим, в следующей части турнира, тогда, например, наверное, такое. Если там за полтора часа, допустим, игра не заканчивается, то там техлус обеим командам, потому что нередкие случаи, вот ты выиграл первый раунд, потом смотришь, внизу 4 команды вообще никак не двигаются, да. Такой, ну, на правах капитана идешь, добавляешь их в скайп, две команды тебе не отвечают там вообще, третья тоже морозится, четвертой в скайпе нету, ты там добавляешь по стиму капитана, он там играет в дотан, ты ему пишешь, ну, вы чемпионат играете? Он такой, какой чемпионат? В чем дело? Типа, зачем ты меня тревожишь? Ты ему скидываешь шилку, он такой говорит, ой, чувак, не играем, типа, ну, ты вот думаешь, что делать, вот. Четыре команды, не забили на этот турнир, сетка не движется. Ну, и вот такие проблемы, думаю, нередки. Да, все-таки проблемы есть. Ну что ж, будем решать, понятное дело. Следующий вопрос. Какие ты можешь дать советы или пожелания аматорским командам, которые только начинают свой путь на SLTV? И на твое мнение, сколько будет участников в этом сезоне IM-серии, если в прошлом, в 8-м сезоне, количество команд перевалило за 3500? Да, мне кажется, в этом сезоне будет еще больше, потому что, я говорю, популярность Dota растет, количество команд, даже кто вот хочет попробовать силы в аматорке, увеличивается. И главное пожелание, там меня даже пару раз спрашивали, было такое, ну, играть и не ссориться, а сохранять состав. То есть это потом уже, возможно, там на ком-то, ну, хотя это тоже чушь, ну, просто вот собрал там друзей, грубо говоря, пофиг, как они играют, там, играют плохо, играют хорошо. Главное, чтобы вот тебе было играть с ними комфортно, там, вы были там отчасти друзья, там, хорошие знакомые, и просто играть, там, не расстраиваться, разбирать ошибки, там, не говорить, вот это из-за тебя мы проиграли, чувак, ты вообще фиговый, давай тебя поменяем. Там, мне кажется, что там Петя сыграет лучше на Лондрейде, а ты какой-то вообще не очень. Ну, и просто вот вместе тренироваться, и все будет получаться, мне кажется. Хорошо, тебя я услышал, я думаю, тебя услышали многие сейчас игроки АМ-серии и будут иметь это в виду.
Перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, хочется сделать небольшое объявление для наших слушателей, для тех, кто находится сейчас в лайве, для тех, кто будет смотреть запись, собственно, на YouTube-канале. Ребят, если вы только собрали свою команду и хотите вместе с ней развиваться, добиваться каких-то успехов, если вы выигрываете все пабы подряд, значит, фасткапы, которые проводит StarLadder, именно для вас. Фасткапы — это турниры, которые сделаны специально для начинающих команд, которые... имеет возможность набраться опыта, играя на этих же фасткапов с командами такого же уровня или уровнями чуть выше, например, такие команды, как i7 или Pro серии, если они участвуют в данном фасткапе. Очень гибкий график, благодаря которому вы можете участвовать в любое время, а также зарегистрироваться в любой момент, когда вы и ваши тиммейты свободны. Это еще не все. Если вы выигрываете какую-то игру на фасткапе, вы получаете бонусные очки, которые называются ПТСом, благодаря которым ваша команда может продвигаться по ладерной лестнице наверх, ну и, собственно, все в ваших руках. Доходите до 7, доходите до Pro, а там дальше и Star серии. Все подробности на dota2.starladder.tv. Регистрируйтесь и зовите друзей и знакомых играть в дотку. Перейдем к следующему вопросу. Changelog 680. Как он тебе? Повлиял ли он на вашу команду на стадию вот пиков банов именно у вас? И как это отразится на Dota Community в целом? То есть это обновление вышло у нас 2 недели назад, когда там, я не знаю, добавили ли он ультимейт сумасшедший, и Тинкеру Аганим теперь собирают. Вот я вот про этот момент хотел бы узнать у тебя. Как ты к этому относишься? Ну, после того, как вышел этот Changelog, мы прям вот сразу в первой игре мы там играли чемпионат Херодота, он был такой для таких вот начинающих команд. И там играли Core Rage, который сейчас в Star серии. Но после этого чейдж-лога мы просто сразу пикнули снайпера на этот дикий герой просто, который стреляет за полкарты. Просто там разрывал он лица. Понятное дело, в играх такого мирового масштаба его, естественно, брать не будут. Но, в принципе, патч такой веселый, игра стала более динамичная. Там, ну, Пайсрок старается, можно сказать. То есть ты относишься положительно к этому обновлению? Да, там, в принципе, сделали все то, что нужно. То есть тот же, ну, сначала все говорили, ой, это Леон с Аганимом, имба просто, но как часто берут в профессиональных играх Леона и как часто ему собирают там Аганим? Ну, по-моему, этого вообще никогда не бывает фактически, и это какие-то чудеса будут, когда там, не знаю, Леон с Аганимом будет делать ультракиллы, там, не знаю, представил просто финал следующего International, там Магнус стягивает, Леон там пультует, все, миллион в изи там. Пошли праздновать. Ну, понятное дело, такого не будет, но чтобы герои были более популярны, их нужно как-то улучшать, хотя бы так вот. Там все равно это типа круче, потому что ты когда-то там можешь собрать Аганим, там на минуте 60 возможно, и, наверное, у тебя что-нибудь получится. То есть, ну, то есть, отношение полностью положительное тогда... твое. Можно, кстати, хорошие хайлайтики будет записать на Т4, о котором ты сейчас говорил, Магнус, Леон, все дела, там, какие-нибудь вайды еще. Не знаю, Дарксиры и так далее. Да, ну, если баг не пофиксят, то, возможно, мы увидим на интернешнале, как будут там фонтан двигать на трон, трон на фонтан. Тоже смотрел это видео, сошел с ума. Я, когда это увидел, сначала подумал, что это нереально. Не проверял, правда, но друзья сказали, что это возможно все-таки. Да, и причем это до сих пор не пофиксили, просто на интернешнале там будет хвост играть на войде, там кто-нибудь на Фурионе, там хвост будет дисконнектиться, там они будут двигать здание, он будет реконнектиться, писать sorry, lax, там типа. Да. Бывает, мало пинги. С проблем. И там, так далее. А трон так съезжает под фонтан потихонечку, там уже на фонтане, там приходят китайцы, не понимают, что такое, как выиграть. А там такой хвост со своей улыбкой сидит такой, ага, вот смотрите, как где наш фонтан, пишите ГГ, мы выиграли. Да, бывает же, конечно, срок может выдумать что-то подобное. Хорошо, что это баг, и в скором времени, я уверен, что его пофиксит. А если нет, то я даже не знаю, что будет происходить. Ну, там честно. Будет просто два войда не взять. Печально. В сети ходят слухи о переводе озвучки Dota 2 на русский язык. Какое у тебя мнение по этому поводу? Да я не знаю, ну то есть могут хоть что делать, но думаю, мне все равно как-то приятнее будет английский, не потому что там кто-то там плохие и так далее, но все-таки привык я за вот это время, которое существует Dota 2, к английской озвучке. Вот, допустим, если судить новых игроков, вот никогда не играли в Dota, вторую придут такие, запустят на русском,
Доту, такие привыкнут к героям, им, в принципе, пофиг будет там, на английскую, там, они, наоборот, будут говорить, вот русская, она классная, типа, вот она вот своя, типа, я вот на ней начал играть. Вот, понятное дело, такие заядлые игроки, которые уже давно играют Доту 2, им, скорее всего, будет, ну, английская как-то поприятнее для ушей, не знаю, привычнее все-таки. То есть ты относишься к этому нейтрально, да? Но тебе все-таки привычнее английская версия. Ну да, там я видел, конечно, пару... Ты слышал заготовочки, да? Верхняя башня разобрана там и так далее. Миньоны пошли. Да-да-да, это, конечно, нужно поменять. Я вот слышал даже видео, там русская озвучка Виспа, там такая вот тролли видео, и он такой брюк-брюк. Здравствуйте, сегодня мы будем озвучивать русского Виспа, типа вот. Подписывайтесь на канал, бьюк-бьюк, там... Ты, конечно, придумай. Надо будет навести справки. Мне кажется, на вот этих вот озвучках просто будет куча вбросов разнообразных, там все будут пытаться сами озвучить как-то. Я там видел видео, где даже озвучивали там типа безэмоционального пуджа там и так далее. То есть, ну, куча же творчества разнообразного, там можно посмотреть, посмеяться. Ну, в принципе, на вот этой вот почве как раз-таки довольно-таки забавно. Да, на досуге нужно будет посмотреть. Понёрф, там, посёрф по Ютубу, посмотрю, что там есть. Что ж, хороший ответ от тебя. Совсем недавно был День влюблённых. Как он у тебя прошёл? Не знаю, нормально вроде. По-моему, 4 папчика скатал. Сидел дома, то есть, да? Ну да, или 5, по-моему. Ну, хороший день довольно-таки. День такой, заядлого дотера, в общем, да? Так, да. А, ну, хорошо, я тебя понял. А какие планы на будущее у тебя со своей командой? В каких турнирах можно будет вас увидеть вот, в ближайшее время, которые начнутся совсем скоро, помимо про-серии? Ну, в принципе, все вот эти вот турниры, которые для нон-про команд проходят, там какие-нибудь квалификации без взноса, в принципе, там мы будем участвовать в силу возможностей. Ну, скорее всего, там и можно будет увидеть, там кто-то следить будет. А вы будете играть на какие-то денежные призы или чисто за опыт? Да, ну, смотря от чего зависит. То есть, в принципе, за опыт, я не знаю таких турниров, где бы играли там, достойные команды. Но, в принципе, турниры хочется играть не то, что вот именно призовые, что ты именно призовые выиграешь, что ты вот ну, с достойными командами поиграешь, которые там сильнее тебя или хотя бы твоего уровня. Потому что если там идти играть турниры за рарочки, понятное дело, что вы там всех выиграете, там, ну... Вряд ли мы там увидим какого-нибудь ПГГ, который будет сидеть там, играть, типа, пацаны, давайте там еще немного рарочки наши. Там, думаю, не будет такого. Поэтому, ну, нужно играть в турниры, где именно достойные противники будут. Но планы все-таки у вас есть, как я понимаю, там какие-то. Там, тренируемся каждый день, играем всякие лиги. В общем-то, будем ждать от вас что-нибудь такого. Возможно, увидим опять-таки на каком-то другом турнире. Будем надеяться, то, что еще встретимся. На этом наше интервью подходит к концу. Какие-то приветы, пожелания, благодарности от тебя кому-нибудь. Можешь воспользоваться моментом, передать приветы. Да, всем приветы, понятное дело. Там все, кто болеет, кто смотрит, всем знакомым, с которыми папчики играем. Анафеме привет, Генезису. Ну и, понятное дело, всем тиммейтам. Ну и все, в принципе. Болейте за нас, удачи. Хорошо. Ладно, спасибо тебе за интервью, за проведенное время. Удачи и побед вам. А, спасибо, и тебе тоже. Давай, удачи в дальнейшем. Ау.